Друзья, всем привет! С вами вновь Евгений. Нахожусь в Карловых Варах и продолжаю серию видеороликов о карловарских отелях. И конкретно в этом видео пойдет речь о спа-отеле «Сметана Вышеград». Он расположен недалеко от православного храма Петра и Павла. Итак, в путь. Идет дождь. Воспользуюсь зонтом. Надеюсь, это как-то не сильно повлияет на обзор. Значит, Сметана Вышеград расположен 450 метров от ближайших термальных минеральных источников, от колоннады Садовая. Там расположены источник Змеиный и, собственно, Садовый источник. Все источники в Карловых Варах, напоминаю, помогают, питье этих источников помогает при проблемах с заболеваниями желудочно-кишечного тракта, а также нарушение обмена веществ. Вот здесь красивый вид на костел. Рядом отель «Вилла Риттер». Так. Это уже, друзья, курортная зона, но Сметана Вышеград расположен в начале курортной зоны, поэтому если вы приедете на автомобиле, то можно еще, так сказать, проскочить мимо полицейских и запарковаться. Вот. Сметана Вышеград состоит из двух зданий, собственно, из Сметаны и Вышеград. Последние 5-6 лет спа-отель прошел реконструкцией, были сделаны изменения. В плане была сделана новая лечебная база, был построен бассейн, небольшой, но все-таки. Да, вот, пожалуйста, Сметана Вышеград. Собственно, здание отеля. Очень красивое здание. Сегодня совсем не погода, но пару дней назад было очень жарко. Напротив санатория Чайковский палас. Так, на что посмотрим здесь мы? Пройдемся, посмотрим на новинки. Это ресторан, это рецепция. Это лобби, это вход в номера, да, по отпечатку пальца, друзья, можно войти в номер. Вот, в теплое время года здесь можно сидеть, будет зонтик стоять, можно сидеть, наслаждаться свежим воздухом, пением птиц. Здесь вот руководитель отеля говорил, что еще будет такой ботанический сад, будут высаживать разные растения и подписывать их. Так, ну что, друзья, идем вовнутрь. А, дякую. Итак, кто помнит, здесь была рецепция. Вот на этом месте сегодня здесь такое место для отдыха, когда гости приезжают. Если много гостей, можно посидеть, подождать очередь, пока на рецепции всех запишут. Ресторан остался в этом же месте. О-ля-ля. Новый ресторан. В принципе, все осталось на своих местах. Буфет с этой стороны. Столы. Этот шкаф, помню, стоял здесь. Брен. Может, себе нам задать, как пробега стравование, Брен? Обеды, снедание, буфет, обеды, вечеря, подле выберу, змени. Подле выберу, она. Так, значит, как было и раньше, завтрак, шведский стол, обед и ужин по выбору из меню. Что касается диеты, здесь предоставляют диетическое питание, напитки. Подробную информацию, друзья, кстати, о питании можно посмотреть на сайте sanatoriums.com. Вот, там есть страница спа-отеля «Сметана Вышеград», где есть авторский видеофильм, описание, фотографии. Также, если будут дополнительные вопросы, пожалуйста, можно на том же сайте sanatoriums.com по многим бесплатным контактам связи. Это телефон из разных стран, Viber, WhatsApp, электронная почта. Можно задавать дополнительные вопросы. И, друзья, пользуясь случаем,
Напоминаю, что не забывайте подписываться на мой канал, если вам нравится то, что я делаю. Это делаю всегда для вас, напоминаю. Ставьте лайки, подписывайтесь и будете получать новые видеофильмы. Стараюсь их периодически снимать, не так, может быть, быстро, но я исправлюсь обязательно. Так, идем посмотрим теперь на номерной фонд. Нет, да, еще здесь новое лобби, друзья. Кто здесь был, может, помнит, как это все выглядело. Сейчас здесь вот так. Вход был здесь, сейчас его переделали, там рецепция. Можно выпить чашечку чая, кофе и других. И заказать себе другие горячительные или оздоровительные напитки. Есть такое подобие камина. Вот сейчас конкретно идет чемпионат Европы по футболу. Можно смотреть спортивные состязания. Или может кто-то любит хоккей и так далее. Очень красиво, друзья. Мне очень нравится такое светлое. Все здесь. Так, это переход, которым соединены два здания. Здесь расположен бассейн. Давайте включим свет. И зайдем посмотрим. Так, есть указатели. На русском языке не вижу. Они есть где-то. Да-да-да, здесь есть. Они просто закрыты. Оп. Так, бальный центр расположен на двух этажах. Лечебно-оздоровительное отделение вот здесь на первом и на нулевом этаже. Принимает здесь врач. Яна Гилерова, она есть в видеоролике, о котором я говорил, о спа-отеле Сметана Вышеград на сайте sanatoriums.com. Лифты есть в каждом здании. Сюда не подведена термальная минеральная вода из источников. Вот процедуры проводятся на обыкновенной воде. Так, раздевалки, мужчины и женщины. И здесь... Я немножко управляю. Друзья, бассейн. В бассейне проводится лечебно-оздоровительная гимнастика под управлением физиотерапевта. А также можно прийти здесь поплавать. Неплохой бассейн. Мне нравится. Идем дальше. Включу свет. Так. Весы. Так, здесь проводятся сухие процедуры. Гость приходит и подает свою бумажечку, расписание от врача. И проводят процедуры. Сухая оксигенотерапия, смотрю, здесь проводится. Ингаляция, Винсентка. Место для ожидания, например. Ну, как правило... Здесь, в Чехии, вообще как бы на западе Европы, процедуры всегда проводятся по расписанию, поэтому гостям абсолютно не приходится сидеть и ждать. То есть у вас написано 8 часов, пришли и вас взяли. Опоздаете, будут ругать. Сухие углекислые ванны проводят здесь также. Так, здесь, я помню, был массажный кабинет, тут закрыто. Так, лимфодренаж и магнитотерапия. Полный список процедур, друзья, опять напоминаю, на сайте sanatoriums.com есть. Привет. Так, идем дальше. Посмотрим на водолечебницу. Туда также можно спуститься на лифте или же воспользоваться вот такими красивыми ступеньками. Да, там вот лифт.
А здесь проводят свободные процедуры. Кулер, водичка. Также небольшая рецепция. Брен. Вот. И здесь, собственно, ванны. Отделены они вот таким. Это материя, не сгорающая. Вот, отделены ванны. Брен. Так, здесь проводят углекислую ванну, жемчужную ванну, вихревая ванна вот для ног. Да. Есть такая вот железная ванна. Топенае там. Пиво. Пиво. Фак? Пиво, да. Ага. Пивни. И пивные ванны здесь проводят, друзья. На расширенную купил давать тен экстракт, да? Nebo takovou tu nalíváte ten... Ne, my máme ty... No, tu, to jsem myslel. V grязевых ваннах i zde используje ne extrakt, a prям грязь, да, которая такое, как... Выглядит это как палка колбасы, да, ее разрезают. Вот. Там, собственно, грязь, ее кладут в ванну, разводят, и гость принимает холодные процедуры. Ještě tady будем делать вино, а обесно. Супер. Еще говорят, что будут делать ванну винную и овсяную. Пивная ванна, много пены. Так, друзья, и здесь есть в сметане Вышеград Wellness Center. Уля-ля. Сауна финская. Сухая, немного разобранное состояние, потом еще готовятся к приезду гостей. Есть паровая сауна, ванночка Кнейпа, джакузи, да. Здесь также есть дорожка Кнейпа с камешками. Кстати, процедура Кнейп очень... Мне нравится, в общем, потом себя хорошо чувствую я лично после нее, и те, кто ее пробует, также говорят, что очень хороший эффект. Душ после сауны. И вот такие здесь это подноги. Это с обогревом, друзья. Лавочка с подогревом. И еще инфракрасная сауна. Так, есть все, туалет, умывальничек. Так что, сметана Вышеград на нынешнее время очень хороший отель. Здесь падает лед, надо охладиться после сауны. Простыночки чистые, а там использованные. Идем дальше. Идем посмотрим на номер. Сейчас у отеля новое руководство. И новинки, да, вот которых. Новинки, да, которые вот я показывал. Это ресторан, это рецепция. Будут поменены все окна во всем отеле. Вот новые окна. Парковка здесь есть также. Большая достаточно парковка, поэтому те, кто приезжает на автомобиле, это гости из ближнего зарубежья. Сметана Вышеград всегда пользовался популярностью из-за того, что здесь парковка есть. Какой дождик поливает. Итак, друзья, пожалуйста, большая охраняемая парковка, закрытая. Можете, пожалуйста, пользоваться. Не знаю, будет ли она за доплату, либо нет. Раньше она была бесплатна. Что привлекало всегда многих гостей. Итак, друзья, абсолютная новинка среди отелей в Карлових Варах, да и, наверное, на западе Чехии вообще всей. Это открывание дверей в номер
И не только, здесь можно по этой же системе попасть и в здание отеля. Так, работает так, либо отпечаток пальца служит ваш для открытия, либо код номерной, либо карта. Мне конкретно настроили на палец. На отпечаток пальца, пожалуйста, демонстрирую. И заходим. И я в номере. Значит, прихожая. Здесь ванная комната с душем. Категория номера. Трехместный номер. Ну, какой-то маленький. Мне говорят трехместный, но маленький. Вот, собственно. Некоторые номера есть здесь и с балконом. Халаты предоставляются. Достаем бесплатно. Полотенце, тапочки, может где-то здесь, электронный сейф, тапочек я не вижу, ну да ладно, про тапочки, если что, пишите в комментарии, я потом отвечу. Есть мини-бар, небольшой холодильник, можно мини-бар этот выгрузить и в холодильнике, например, что-то хранить, как вариант, да. Здесь конкретно такие решетка на окне, чтобы вас никто не украл отсюда. А там решетки нет, поэтому это не дает логику. Тем не менее, друзья, мне этот отель всегда нравился, еще и перед реконструкцией. После реконструкции он стал просто совсем другим. Есть бассейн, новая лечебная база. Отлично. Вот так, друзья. Короткое видео о сметане Вышеград. Друзья, пожалуйста, кому интересно узнать цены, в описании под видео будет ссылка, по которой можно перейти на сайт sanatoriums.com. И там конкретно на страницу спа-отеля «Сметана Вышеград» выбрать даты пребывания, тип питания, количество человек. И можно приезжать на отдых. Всем хорошего дня и до новых встреч!